Потом чуть-чуть, да-да-да. Видишь, запрыгнул, если бы ты так на доску запрыгнул, немножко бы вес потерял. А, я понял, а вот на этом я должен терять. Да-да-да, тебе нужно ровненько. And we were lovers, now we can't be friends. Fascination ends. Будем в футбол играть на волне. Там ворота придумаем, нормально. Cause it's hot inside. I'm not in love. I'm not in love.
Ветер, Вась. Ветер, он могуч, он гоняет, ставит луч. Мы сейчас найдем место безопасное, все будет нормально. Все будет нормально. Все нормально, все идет нормально. Все нормально, все идет нормально. Я первый раз, и САП первый раз, и серф первый раз. У меня есть боязнь не справиться и подвести группу. Что-то мне не нравится эта идея сейчас. Все, I'm ready. Все нормально. Надо попробовать. Правильно. А там уже будет видно. Ну что? Довольное лицо, да? Погода шепчет. Мы поедем на коленочках, мы привыкнем. В любом случае, мы рядом. Устанете, что это еще будет тяжело, я к себе прицеплю вообще без проблем. Все нормально, все идет нормально. Уже тюльпаны отцвели. Все нормально, все идет нормально. Толян, могёт! Все нормально, все идет нормально. И головазание, и сап, прогулка одновременно. Все идет нормально. Касаток. Касатки нас не хотели.
страшно хочется блевать. И все, что хочется, это блевать. The light is falling with the rain, like a crutch to bear. It lingers for a while. Love is a weapon here in the hands of thieves who couldn't find their own. I miss the mornings when we wake with a physical truth to face our trouble. Дача в мире животных. Значит, чайки, топорки, сивучи. Так, ребят, гидрики готовы одевать? Я уже в гидрике. С утра. Чем докажешь? Раздевайся. Я не могу так. А ты, эй, красотка, повернись. Вот так вот. Обалденно, помпезно, нет, так нельзя сказать, потрясно, слов нет. Супер, очень красиво, солено и вот, в общем, приятно. Ну, сегодня немножко лучше получалось бакланить, чем в прошлый раз. О! Толян вообще просто мощь, богатырь российский. Что, нельзя было? Подожди, парни окончают. Выпьем за именинника. Сегодня в Тихом океане ты отмечаешь свой день рождения. Красивый, умный, талантливый. В
просто будь счастлив, кайфуй от жизни и получай максимум удовольствия. С днем рождения! Ура! Это шутка. Очень похожая на правду. Кто первый раз на вертолете? Я. Я. Рассказывайте. Класс. Ну, как по ощущениям инопланетян, только лучше. Только лучше, так. Ребята, вы уже летали на вертолетах, да? Да, только что, брат. Это было классно, очень круто. Нам очень понравилось. Этот вертолет, он как Ламборгини, понимаешь? Ламборгини. Да, и управлял им итальянец. Да, он сказал «бонджорно». «Бонджорно, прего, прего». Да, мы, смотри, хеликоптеры. Самые модные прилетели. Да, встречаемся. Да, мы с тобой. Здравствуйте. Привет. Че, Дань, так пафосно, мы еще на лыжку ни разу не приезжали, да? Я только воду пью, вы ничего не докажете. Вы были на нуле на океане, и сейчас вот в горах. На довольно-таки приличной высоте для Камчатки, потому что на Камчатке горы по сравнению с каким-нибудь Кавказом или Альпами невысокие. У нас самый высокий вулкан, почти 5000 метров, 4800. Вулкан Ключевская сопка. Значит, смотрите, перед нами вот это все вот яма, да? Это и есть древний кратер Мутновского вулкана. На сегодняшний день основная жизнь вулкана сконцентрирована в западной части кратера, вот. То, что мы увидим, все парит, дымит. И вот основное парение, где вот вы видите, это называется активная воронка. И крайнее извержение из нее происходило в 2000 году. Кто расскажет, где мы находимся? Жерлик вулкана мы хотели принести в жертву девственников. Но забыли. Поэтому летим за ними сейчас. Вернемся обратно позже. Расскажи, Леха, ты где? Не знаю, брат. Но здесь очень горячо. То ли от этой компании классно. Да. Даня, мы где? Нас опять похитили инопланетяне. И мне это нравится. Наконец-то нас похитили инопланетяне. И это еще зонды не вставляли. Я пойду искать сугроб. Подлый снег. Даня, не сбоку снег. Это не провальный.
Я слишком мало вешу. Ничего, после обеда попробую. А, хорошо. Хорошо. Ну, мы омолодились с тех трех фонтанов. Теперь я молод, бодро сел, можно снова портить здоровье. А что, здесь ничего не стоит, все хуже. От этой части до там той просто смотрим. Ну и чем вот вам визуально сможете мне объяснить, в чем разница и где какая? Полагаю, что если здесь идет преломление, значит, соответственно, слева и справа должны быть тоже каналы, соответственно, здесь тоже должна быть какая-то банка, соответственно, заходить нужно либо там и кататься там, либо здесь побольше и заходить либо справа, либо слева от нее. То есть как-то а где вот проще так зайти, справа или слева? Вот сюда, например, в эту часть. Ну вот что вы визуально видите, в чем разница с левой части и правой? Мне кажется, слева проще. Слева волн нет вообще. Да, все верно. Они есть, вот смотрите, вот начинается. Раз. Ну и тоже она не до конца. Да. Весь смысл в прибое. Из-за того, что здесь мельче, чаще будет пена падать и сбивать. Вот и все. Тут проще нам загребать и так далее. Вот, в принципе, мы кататься можем где угодно. Тут вы все справитесь. Вот. Но, видите, посмотрите, в чем разница. Тут постоянно будут перекрытия. Вот, одна волна, другая, третья. Там все чисто всегда, слева. Вот мы хвостик этот ловим и поехали. Thank you.
Слушайте, большое Олег. Вам спасибо. На самом деле, вот так отдохнул. Наверное, все. Подожди, я первый тост говорю. Подожди, я батя скажет. Я, короче, пью за вас и за ваше начинание в сурфинге. И за открытие сезона серфинга на Камчатке. Да, кстати, вот мы открыли его, если что. На самом деле, я, наверное, скажу за всех. Все перезагрузились, просто вот бросили все свои проблемы где-то там, на материке. А здесь другая жизнь, которая нас просто переродила. Вот как Феникс из огня восстает, так и мы из Камчатки восстали. И сейчас поедем в холодную Москву из прекрасной теплой Камчатки. Да.